Насколько сильные волны были, а? А вот бычок морской. Представляете? Ребят, тут просто вообще все завалено морской живностью. Не знаю, там на дне что-нибудь выжило вообще, нет? Просто слоем 20 сантиметров. Даже крабы есть. У людей просто появилась тошнота. Вот, мы думали, что это, возможно, какой-то ротавирус или еще что-то из-за воды питьевой. Белина в глазах, першение в горле, ну и в целом плохое самочувствие. У некоторых острый конъюнктивит, у кого-то химический ожог роговицы. Вот такие симптомы. Это уже как бы медицинское заключение, а не предположение. Дня три мы не катаемся, и ситуация не меняется. Там смельчаки пытаются зайти в воду, но как выходят, сразу обнаруживают, что пелена перед глазами. И, ну и, собственно, сейчас появились результаты экспертизы, стало понятно, что заниматься этим небезопасно. Опасно не только находиться в воде, но и находиться рядом с океаном, на берегу, потому что появились новые симптомы. Это першение в горле, постоянный кашель, течи слизистых. Стало понятно, что вот этот яд, который был в воде, он уже в воздухе. Если вдруг выяснится факт, что кто-то приукрашивал или замалчивал, или что-то там убирал на пляже, как бы, если это краевые будут сотрудники, они будут уволены, если федеральные, я буду ходатайствовать о том, чтобы было увольнение.